Да? Давай. Подожди, я поставлю. Яра, все, покажи, подожди. Яра, ну убери лицо, красивую съемку пытаюсь сделать. И здесь опять ты со своими слюнями. Ищи, ну вот как, вот как мне снимать? Вот мешают мне все, мешают. Привет всем. Хотела красиво снять, Сима подскочила, спала, никому не мешала. Никому я не мешала. Ярику сейчас мы кладем. Хорошо, давай, Яру. Сейчас такие хрустики есть. Клади себе в тарелку. Аккурат, аккурат. Два раза спала аккуратно. Да, Яру? Ну, давай. Аккуратно, просто немножко спокойнее руку держи. Все, ну, смотри, хватит. Помешай. Хватит пока. Давай, кушай. Так что сейчас Яра пока будет завтракать. Симу тоже накормим. Андрюша у нас ушел на работу. Он сегодня у нас на сутках. Так что мы опять одни. Сегодня понедельник. Лошадок сегодня нет, мы не пошли, потому что у нас сегодня у них там какие-то мероприятия. Ой, она говорила, честно говоря, соревнованиям там что-то готовится. В общем, нет возможности у нее с нами заниматься, потому что там много на лошадях, много детей. Ну, якобы она ей в этот момент неудобно, некомфортно. Найду тренера, что... Она должна, по-моему, для тени, с теми быть. Короче говоря, в общем, какая-то там петрушка. Поэтому мы сегодня занимаемся. Но, в принципе, уже 31 число, уже практически каникулы. Уже везде каникулы. И поэтому мы... Ну, Сима, ну... Вот у нее привычка обязательно. Вот она видит, как мне садится. Она обязательно должна сесть на мой стул. Ой, я Сима, аккуратно. Поэтому мы уже считаем, что вот в таком режиме более-менее лайтовом. В основном стараюсь сейчас уже просто заниматься больше. Сами чисто заниматься, книги читать. Вот эти дни, честно говоря, физкультурой не занималась, потому что просто-напросто, ну, не хватает мне сил. Не знаю, с чем связано. Ну, наверное, все-таки уже взрослеешь тоже или что-то. Как-то погода, вот видите, то 12 градусов. Ну почему я разговариваю, и ты начинаешь мамкать? Объясни мне. У тебя что-то очень срочное? Что? Ну так ты уже включил. Ты же, если я попросила, я пока снимаю. Но ты уже включил. Ой, ладно. Пока мы с этим работаем, с этим боремся, вот. Ну, так что сейчас пока будем позавтракаем, посмотрим дальше, как что делать. Так что у нас в основном вчера, в субботу, у меня как-то день не задался, потому что была такая дождливая погода. Мы должны были пойти, потом мы что-то не пошли, я не помню. В общем, в итоге вечером Яра, у него бывает так, когда после каких-то перезагрузок, где-то что-то, какие-то опять истерика. Выдал, да, ругался тут, вот, и мы просто вообще никуда не пошли, а в воскресенье мы не пошли. Я посядь пока кушать две минуточки, если я бы нажала, значит пускай будет выключено, кушай. Я ролик выпустила, и вот он теперь сейчас пытается смотреть, включает. Я в основном не люблю, чтобы он включал, но иногда бывает. Короче говоря, в субботу как-то начала подбаливать, я вроде бы ее заглушила, а в воскресенье все-таки разболелась, и я просто дала себе передышку, как-то давление падает, упало, наоборот, даже 110 на 70, как-то так это
ежики, видно, гемоглобин, наверное, упал еще ко всему. Короче говоря, посмотрим, надо тоже. Потому что Андрей сказал, раз ты не хочешь идти, значит, я пойду. Пойду этот, уже посмотрю на этой неделе, когда вот он сейчас должен до какого-то периода он будет в таком режиме. Потом они меняют режимы. Им сейчас вообще меняют весь график. По-другому будут делать. Посмотрю я, как получится. Может быть, запишусь. Или, может быть, я перенесу свои документы сюда, перезапишу. Здесь рядом поликлиника, чтобы уже в ту не бегать. И здесь пойду сдавать анализы. Надо еще с Микой заняться. Надо Мику перевести уже во взрослую поликлинику. До сих пор не перевели. Оказалось, что педиатр должен сам вроде бы перекинуть документы. Вот. Но я так думаю, что никто никуда не перекидывал. Поэтому надо будет самому этим заняться. Вот пойду за анализами. Яськины анализы тоже не забрала, потому что в пятницу я прозевала. Вот что-то мне не пошла. Надо было сходить. Я даже не знаю, почему. А Андрей с дежурства пришел, он спать, потом лег. А когда до меня дошло, что надо за анализами, уже было поздно. Вот такая петрушка тоже бывает. Ну, что делать? Не всегда все получается, как мы хотим, не всегда все как это. Иногда бывает чуть по-другому, потому что тоже, что делать? Как говорится, жизнь идет, будем краситься, будем отдыхать, будем пока восстанавливаться и заниматься, пробуя в таком режиме, потому что надо тоже и себе, и ему перезагрузку, и себе отдых нужен, и ему нужен отдых. Где-то как-то буду стараться сейчас больше заниматься таким физическим трудом, я имею в виду с ним, чтобы, потому что сейчас мы больше закинули на математику, на логику, на этот, сейчас еще с нейропсихологом, то, что мы занимались два раза, пока больше не буду заниматься, честно говоря. Ну, как бы она дала мне занятия на две недели, очень хочется. Ну, пока мы сами не вытягиваем. Вот. Поэтому как бы пока так получается, как есть. Посмотрим. Пока буду делать то, что она мне сказала, то, что меня научила. То есть я поняла, у меня были вопросы, я их тоже разобрала для себя. И пока буду сейчас в таком режиме больше, чтобы самостоятельным, да. Девчонки, если мы не говорим, если я не, как говорится, иногда просто такое возникает, что попрошайничаешь там или еще что-то. В принципе, я никогда не попрошайничаю. Но мы вытягиваем сами, даже если мы открываем сбор, практически мы никогда. Вот спасибо огромное, кто помогает, но мы, опять же, мы не собрали ни к Маше. У нас в общей сложности, по-моему, мы собрали около 2 или 3 тысяч. Так они лежат на Яськином счете, мы их даже не стали трогать, потому что нам один день обходится в 5 тысяч занятий. Вот посчитайте. Те же самые поездки, когда куда-то. Если мы идем на занятия, то это тоже под 500 рублей, только такси нам обходится, помимо дороги. Если это не получается, я хожу пешком не потому, что я такой задрот, и мне так нравится по 3 километра. Просто пытаюсь хоть как-то сэкономить. На транспорте это нереально, это невозможно, на такси не накатаешься. И так у нас выходит в месяц по 6, по 7 тысяч только на такси. Это просто если учитывать, что мы ездим на лошадей, это за город, там уже хочешь не хочешь, ты пешком не дойдешь. Это в Доброту, потому что это тоже почти 5 или 7 километров, в зависимости с какой стороны ехать. То есть такие места, где уже, ну, ты просто не дойдешь. В пределах 3 километров, как говорится, я всегда за то, чтобы я беру коляску, и мы с ним топаем. Не потому что, как говорится, хочется оказаться хуже, лучше. Ну, потому что так, пока так. Вылезем, выгребем, попробуем. Дальше будет что-то здесь такого. Здесь ничего такого нету. Никто-то никого не призывает и никого на жалость не призывает. Есть, если возможность, то люди помогают. Огромное спасибо. Сейчас нет каких-то возможностей. Я никому не претендую, я никому не говорю, что почему там вы мне тут не помогаете, или нет, вы мне должны, вы мне обязаны помогать. Помогают не мне, во-первых, если на то пошло. Я считаю, здесь ничего постыдного нету, если ты хочешь помочь ребенку и помогаешь оставить свои амбиции, что я тут, или, то есть, как бы, знаете, вчера такую хорошую вещь прочитала где-то, что просить не стыдно.
если ты просишь именно не придумывая ситуацию, не усугубляя ситуацию, что типа, ай, знаете, как типа снять на камеру слезы, плач, как я переживаю за Ярика, да, переживаю, каждый день думаю. Но снять на камеру, как я плачу, а потом оставить его на целый день у бабули, вы это прекрасно видите, я так не делаю, я так не оставляю, я его не бросаю, я его не кидаю, сказать, что я выдумываю какую-то ситуацию усложненную. Нет, не выдумываю. У него, в принципе, проблемы есть, мы их знаем, мы с ними пытаемся по мере возможности. Андрю, как может, у нас здесь не Москва, цены московские, зарплаты у нас калужские. Ты хоть убейся, как говорится, с тем, что мы переехали, и мы здесь не родились, и мы здесь не выросли, мы здесь не изначально. Я понимаю, если бы мы здесь бы с 18 лет бы работали, можно было кому-то как-то претензии предъявлять, говорить, что вот ты ленивый, ты лентяй, тебе не, ты не хочешь, ты не можешь. Нет, там было... Мы приехали, нам уже было 40 практически. И говорить как бы за 40, когда человеку что о каком-то карьерном росте, когда у тебя нету никого рядом. Я и то считаю, что Андрей так очень много продвинулся. Он не таскает просто как бы, хотя я тоже считаю, что любой труд, он, конечно, оправдан. Он не сидит, не спит, не кемарит где-то в баталерке какой-то. У него достаточно такой активный труд, а достаточно он... Умозатратный, что ли, так можно сказать. Ладно. Покушаем. Я таких вижу машинки, сразу мне кажется. Что кто-то из наших. Но уже мы так закончили сейчас доброте. И тоже такая фишка, оказалось, что вот мы ездили в доброту сами, потому что нам сказали, вот вас пускай там волонтер или кто-то возит, в итоге нас никто не возил, мы на такси. А последний раз мне говорят, а что ты на такси каталась, типа постоянно, да, то есть как бы здесь же можно заявку. Говорю, да, но нам же сказали, что если у нас мест нету, но если вы будете водить Ярослава, то при условии, что, ну, типа, дорогу сами оплачиваете. Мы даже, вот, честно говоря, в субботу поэтому не поехали, потому что на танцы, на занятия, ну, в принципе, там было как бы не занятие, там было награждение тех, кто лауреатов, кто занимался до этого, но чисто посмотрев по, потому что был очень сильный дождь, и когда суббота, воскресенье, у нас здесь очень ставки повышают само по себе, а дождь, если то, ставки еще больше. И дорога там обходилась, извините меня, чуть ли не 350-400 рублей в одну сторону. Ну, блин, заплатить 1000 рублей, чтобы посидеть на лавочке, на скамеечке. Не знаю, как-то, в общем, мы что-то как-то не рискнули. Ну, не поехали, в общем. Я сделал! Ужас ты сделал. Сделай, выровняй нормально. Торопится. Сделал, да? Хорошо, теперь смотри. Вот Наташа, он не положил ее пород. Ты видно тебе, нет? Ну, не положил. Ладно, не будем. Давай сделай, поставь ровно. Мне важен сейчас принцип объяснить. Сделай, ну, поставь ровно. Вот, видно, да, тебя видишь? Сейчас, вот, на... Мы сейчас не будем сильно мучить его. А значит так, смотри. Рядом будем строить вторую башню близнеца. Надо сделать точно такую же башню. Точно такую же. Рядом сделай. Давай, бери, видишь? Рядом. Самый, покажи, где низ. Покажи, Ярослав, где низ листа, где низ? Низ. Нет, Ряд, ты делаешь вот, вот это, Наташа. Низ, да? Ты, нет, стоп, сейчас, да, стоп, подожди, игра. Ты сейчас делаешь то, вот это не мы надо делать. Снизу вверх. Тебе покажи, просто... Мила, где низ ему, где вверх. Ну, нет, знаешь, скажи, он сейчас... это низ. Он знает, где низ, Наташа. Он вопрос другой, он просто начал закладывать, который там рисунок. Теперь ты должен сделать просто такой же рисунок рядышком. Относительно так же. Сейчас, где низ? Вот мне интересно, покажи, спроси, где низ, где верх. Пусть он, как я должна знать, знает он это или нет. Низ, покажи листочку, Яр. Покажи, где низ листа. Вот низ листа. Где верх листа? Где верх?
Вот верх листа, хорошо. Где середина листа? Где середина? Поставь кубик в середину. Да, хорошо. Просто теперь вернемся к той башенке. Ярослав, смотри, вот там, где низ башенки, найди низ башенки и строй точно такую же. То есть видишь, там желтый кубик? Нет, подожди, рядом желтый. Сейчас я сделаю ему тогда эту башню. Сделать башни-близнецы. Помнишь башни-близнецы? Сядь, вот отойди, пожалуйста. Тогда ты, может, не помнишь их. Построю рядом точно такой же. Яйцо. Яйцо. Я делаю. Не надо говорить 100 слов. Сделай, тогда будет Наташа спа увидеть, что ты сделала. Получается, ты делаешь, у тебя получится. Вставь. Я, ты первый не трогай, у тебя первый нормально. Ты аккуратно все не трогаешь, они у тебя никуда не гуляют. Все, не трогай. То есть они должны быть точно такие же. То есть рядом зеленый, рядом там, ну, то есть две одинаковые башни. Яр, ты такой же делаешь. А хотя, знаешь что, построй ко мне, пожалуйста, две одинаковые башни из двух кубиков. Цвет можешь брать любой, какой хочешь. Две одинаковые из двух кубиков. Главное, чтобы они были одинаковые. Так, одну. Теперь вторую, точно такую же. Две одинаковые были из двух и из двух кубиков. Не надо баловаться, дело по-человечески. Не смешно вообще.